Так, нас привезли сюда, и здесь мы пересаживаемся на маленькие автобусики, но нас завезли сюда, знаете, что тут раз Фаина рассказывала, вот здесь хозяин очень-очень-очень-очень любит и будет любить Элвиса Пресли, вы видите? И вот у него все в кафе, в магазинчике, все полностью на этом помешано. На него вот гитара, его памятник, его там вот скульптура. И даже когда вы пьете кофе, вам дают чашку, вы пьете кофе, и цена чашки входит туда, и вы берете себе чашку. Я пойду там сниму этого кафе, а вы тут стойте, ждите автобус. Сейчас я пройду, я недолго. Вы главное, хорошо. Ну, сказать, вот как у нас немножко странноватый был экскурсовод. Во-первых, что он очень бежал. У нас люди были на палочке, там пожилые, не успевали. И сейчас приехал Петя, Вася, мы что, с водителем здоровались, то есть знакомились. Нам никто не сказал из этого водителя. Так, вы тут остаетесь, тут пересаживаетесь. С кем мы едем, куда, никто ничего не сказал. Вообще, абсолютно. Поэтому... А вашего тоже нету еще маршрутки, да? А ну, короче, 60-й, да? А у вас? А я не знаю, нашего все равно еще нет. Идемте, я вам покажу. Посмотрите, какое кафе. Ой, я сейчас двери поломаю. Все полностью, все в Элвисе. Молодом, более пожилом. Вот, смотрите. Знаете, насколько он любит его. Смотрите. Вот он, можете присесть с ним, сфотографироваться. Вот он. Футболки. Вот он во весь рост, пожалуйста. Здесь вот вина запыленная уже тоже с его. Вот он. Вот он, красота, смотрите. Ножички его. И вот он, тут он красивый. Сейчас я с ним сфоткаю. Он с Майклом. Везде. Аж голова кружится, сколько его много. Даже смотрите, вот сахар, а ну перец тоже он, нет, а вот на сахаре он есть, смотрите, видите, какой красавец. Вы же можете купить здесь, о, какие деньги разные, можете купить здесь открытки с его изображением. И он в чашке, видите, вон на этом, то, что он говорила, Элвис написано, видите? Элвис, кругом. На всем. Там что-то кушать дают, там уже кухня, видно, закрыта, уже все по домам разошлись. А? Так что, так, Боря я не вижу. А, вот Боря, я сам Боря спрошу. Везде, во всем. Надо же так быть фанатом. Так, а наши все боятся, что отстанут. А я уже знаю, что приедет тот самый автобус, и мы поедем. Вот такой вот. Вот такой вот кафе. Вот он, наверное, наш приехал. Да, наш. По-моему, такой большой мужик там сидит. Видишь, все хотят домой, все боятся потеряться. Все бегом домой. Да, это мы с этим мужчиной. Да, мы с этим, Саш. Боря там. Не значит, это же этот водитель, да. Ну, там возле мужчины на гвоздях, да, вы нас высадите? А, вот, точно, я вас потеряла где-то. Да, вот они с нами ехали, да. Все, нашлись. Нашлись. Да, там такое кафе и косметика Мертвого моря. Видите, товары от производителя. Мертвое море кругом, где хотите. А на Мертвом море там вообще тьма тьмущая. Вот, смотри. А, я Саша говорю, цукорок. Так, ну что, все, идемте, садимся и едем домой. Сели мы опять в свою маршруточку.
с игрушками, с ручками, и все. И теперь уже едем по тем, только через какой-то город. Какой мы город проезжаем еще? Акшерон или как называется? Там мы заезжали туда. Какая красота. Трассы пустые. Сейчас быстро. Так куда спешить? Чтобы завтра, чтобы тучи эти прошли, чтобы дождя не было. Все, тут уже плохо видно. Встретимся уже в городе.